1 мая в Дангарийском районе состоялся международный турнир по парапланеризму и сверхлегким летательным аппаратам Таджикистана на Кубок президента Республики Таджикистан. В нем приняли участие более 100 спортсменов из стран Азии, Европы и США, в том числе из Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, России, Турции, Узбекистана, а также представители отечественных и зарубежных СМИ. Перед началом спортивного мероприятия участники ознакомились с выставкой народных ремесел и спортивными уголками. Было отмечено, что парапланеризм и сверхлегкие летательные аппараты являются одним из популярных и любимых видов спорта. И Комитет по делам молодежи и спорта совместно с Национальным олимпийским комитетом Таджикистана и Национальной федерацией парапланеризма и сверхлегких летательных аппаратов Таджикистана принимает все необходимые меры для его дальнейшего развития и поиска новых лиц для участия в соревнованиях международного уровня. Очень сильно зависимо от этого спорта. И в Таджикистане мы были в прошлый год. И в прошлом году я влюбилась в эти горы, в этом году. Такие горы я еще нигде не встречала. Очень красиво, очень нравится полностью в целом страна. И также очень нравится гостеприимство, тепло и душевность самого народа Таджикистана. Целью проведения этого международного соревнования прежде всего является достойное представление спортивного пространства и возможности Республики Таджикистан, развитие парапланеризма и содействие открытию новых лиц в этом направлении экстремального спорта. Наряду с этим, перед началом международных соревнований на самолете группа спортсменов по парашютному спорту совершила прыжок с парашютом с высоты 5000 метров и развивала в небе национальные флаги. Напомню, что парапланеризм – это уникальный вид спорта, где парапланеристы летают легко и свободно, без жесткой основной конструкции.